30 ноября 2016 года на базе кафедры основ конструирования механизмов и машин прошел семинар механико-машиностроительного факультета, освещающий возможности информационных систем и технологий университета для обеспечения учебного процесса для сотрудников вуза. В ходе семинара ведущие специалисты в области информационных технологий факультета продемонстрировали возможности использования облачного сервиса Microsoft Office 365, лицензию на который получил весь преподавательский состав университета. В рамках лицензии сотрудники университета, а также студенты получили возможность пользоваться многими приложениями Microsoft на различных устройствах, от мобильных устройств до персональных компьютеров. Комплект облачных программных продуктов ведения электронного документа оборота включает в себя сокращенные версии большинства программ, входящих в офлайн офис. В рамках службы сервисов для образовательных учреждений в офисы предусмотрено использование виртуальных классов Microsoft. Посредством данного сервиса дистанционного образования можно создавать учебные курсы и управлять всеми аспектами образовательного процесса. Сбор статистики и мониторинг успехов студентов осуществляется с помощью сервиса записных книг класса OneNote. Другое образовательное пространство, доступное с помощью Office 365, называется eLearning 365 и представляет собой полнофункциональную платформу для управления образовательным процессом онлайн. Можно создавать курсы дисциплин, добавлять преподавателей и студентов и по окончании прохождения обучения получать ведомости о результатах. Обобщая все преимущества использования лицензионного облачного сервиса от Microsoft, пользователи получают диск для хранения данных в облачном сервисе, корпоративную почту, имя собачка на mayu.one, комплект программного обеспечения, социальную сеть для общения, а также две мультиплатформенные информационные системы управления образовательным процессом. Учетная запись Office 365 также позволяет получить авторизованный допуск к системе дистанционного образования университета на базе Moodle. Специалистами механико-машиностроительного факультета были также высказаны опасения о доступности для студентов и преподавателей, необходимых для использования данных систем, обязательного подключения к сети интернет, а также использования техники с современными операционными системами.